даже не вспомнят, что мне пора когти стричь, мяу. Дорогая, тут новый сериал начинается. Может, обои порвать, мяу. А, да я забыл, с кем живу, у них обоев-то и нет. Киса, что тебе надо? Может, когтями по плитке поскребсти? Мяу, порадовать слух. Дорогая, может, котик кушать хочет? Хотя только тапком драным получил, мяу. Они его не меняли еще с похорон дедушки. Бе! Точно, это самый верный способ. Ай, дорогая, да подстриги ты ему когти наконец! Ай, кот. Ура, надо еще как-нибудь повторить. Может, когтеточку купят. Значит так, маникюр, прическу и массаж. И все вам? Нет, ему. Да без проблем. Знаешь, подруга, мне кажется, мой нашел себе другую. Я знаю, кто она. Страшная, но вот прям как ты. Говорит, что задерживается на работе. Но ведь явно не на 2 дня. Ты как думаешь? А я его и спрашиваю. Где ты был с понедельника по пятницу? А он, представь мне, в Караганде. В командировке, видите, был. Врет, поди. Ты как думаешь? А мне кажется, врет. И вот представь, подруга, он мне говорит, я с тобой расстаюсь. Ну вот как так-то? Ну ты можешь мне поверить-то, а? Сам меня обманывал и сам меня и бросил. Ой. Ну что, вы все сделали? Да, мадам. Ну что, мой Рудольф, понравилось тебе? Рудольф? Да как ты мог? Подруга еще назывался обманщик. Да, все-таки придется потратить одну кошачью жизнь и выпрыгнуть из окна подальше от этих ненормальных мяу. Да я тебе говорю, это все сказки. Хочешь, я пойду воду из-под крана побью, и со мной ничего не случится. Ну ладно, я тебе верю. Нет, ты посмотри, чтобы больше уж не приставала. Да верю, верю. Посмотри, посмотри. Да верю, верю. Ростя, ты где? Это шутка? Ростя, это ты? Что же мне теперь с тобой делать? Мама, привет! Катя, ты чего? Что это было? Мяу-мяу. В школу тебе пора, а то совсем одичаешь. А где Рось? Катя, ты где? А что, мамочка? Ростя, спрашиваю, где? Гулять пошел. Ростя, ну что же мне с тобой делать? Может, мне поможет волшебная палочка? Значит так, вся надежда на тебя. Да еще не он, а она! Да Рося меня убьет! Что же с ним делать? Ты, наверное, кушать хочешь, Ростя? Или как там тебя зовут? Thank you.
Ты что ищешь? Может, я тебе помогу? Мам, у нас есть морковь? Ростя, какой ты миленький! Но все равно, надо тебя превращать обратно. Катя! Катя, ты не знаешь, куда Ростя ушел гулять? Нет. Что-то я волнуюсь, на телефон он не отвечает. А что ты там прячешь? Я сюрприз тебе на день рождения готовлю. А, ну ладно. Стой! На день рождения через полгода. Ну-ка, рассказывай, что ты натворила. Да ничего я не натворила. Он сам виноват. Кто? Ростя. О, боже, откуда ты ее притащила? Да я же говорю, это не я, это Ростя. Так, стоп. Это Ростя? Ну да. А ты уверена? Как он стал таким? Фу, такой! Мама, я ему говорила из-под крана не пить, а он попил. Понятно. А я его покормила. Понятно. И не знаю, как превратить обратно. Понятно. Мама, что ты всегда понятно-понятно? Как его расколдовать? Я, думаешь, каждый день козлов в детей превращаю? Значит, он попил воду из-под крана? Ага. Тогда нам теперь нужна живая вода. Так, Ростя, сейчас мы будем тебя превращать обратно. О, процесс походу пошел. Мама, а может мы его таким оставим? Он такой миленький. Давай я тебе лучше уж хомяка подарю. Ростя, ты уж намного лучше козленка. Ой, мамочка, вечером идем за хомяком. Вот хитрюга. Ладно, давай, пои козленка. Что это было? И почему мне хочется пощипать травку? Все хорошо, ты просто стал козленком. Кем? Ну ладно, это долгая история. Пойдемте ужинать. Ростя, только ты помойся, а то от тебя козлятиной попахивает. А? Ну давай, давай, заходи. Не бойся. Ты мой маленький котенок. Замерз, наверное, и проголодался. Катя, ты откуда это чудовище взяла? Сам чудовище! Это мой новый милый котенок! А этот котенок сколько до этого котят сожрал? Он добрый и никого не ест. Пока! А ты вообще где его нашла? В зоопарке украла? Нет, на улице. Я думаю, надо распечатать объявление, то что мы нашли котика. Очень большого котика. Может, не надо? Смотри, как здесь ему хорошо. Сейчас придет мама, все равно кота отдам в зоопарк. А вдруг у него есть хозяин, и он очень волнуется. А теперь зови маму. Слушай, ты что меня загоняла? А я слежу за котенком. А, тебя там Катя зовет. Что, опять кого-то в козу превратила? Ну и что тут случилось? Мамочка, я случайно котика превратила в другого котика. И почему я не удивлена этому? Thank you.
превратился обратно? Нет, мамочка, наверное, таким и останется. Как интересно. Похоже, наш котик не только может превращаться в громилу, но и клонировать себя. Так, и чей это котик? Да, мы нашли. Хорошо. До свидания. А вот и хозяин. Катюша, все, надо отдавать Рудольфа. Дайте мне последний раз побыть с ним. Значит, тебя зовут Рудольф. Я тебя никогда не забуду. Мам, ты мне обещала хомячка, а я что-то его не вижу. Я смотрю, ты тут и без хомячка не скучаешь. Иди вон своей волшебной палочкой, преврати кого-нибудь в хомячка. Зря ты это сказала. Хомячок! Ну вот, Рудольф, это твой кошачий домик. А вот твой коврик. А это все твоя миска. Это все твой лоток. Ладно, ладно, не буду мешать. Ладно, сойдет. Мяу. Как договорились. Мама, а где мы теперь будем спать, есть и пипи? В тесноте, да не в обиде. Давай, сынок, давай. Давай, зато смотри, сколько нам деньжат привалило. Ну где же он? Я же помню, он был желтенький такой или голубенький. Ну точно же был. Где же? Боже, я так больше не могу! Мяу! О, вот это лотков на любой вкус! Котяра, я тебе нашла лоток. И ты все равно нет. Поэтому это тебе. На! Ну что смотришь? Целься и не промажь! Лучше тебе не знать, куда я уже не промазал, мяу. Ну как твои тухляки? Мои малютки в полном порядке. У них есть теплая кроватка, и их греет солнышко. И, кстати, ты правильно сделала то, что лампу включила. Быстрее стухнут. Не слушайте его. Он добрый. Где-то в глубине души. Ла-ла-ла-ла. Ну все, мои цыплятки, пора спать. Цыплятки! Давай рассказываем дальше сказку. Кукареку! Кукареку!
Кука, стой! А почему их не 10, а больше? Я не понимаю, куда деваются яйца?